Работники Черноморэнерго на территории города Гагра проводят ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим на протяжении нескольких месяцев дважды в неделю город остается без света. Готовимся к летнему периоду, чтобы отдыхающие, в общем, проблемы, и у людей тоже проблемы со светом. Просто из-за этого на той неделе, в общем, до этого два пролета поменяли, остался вот этот последний, чтобы с Гагра-3, с Гагра до Гагра-1, в общем, все новые провода были. То есть это последняя неделя, когда в городе? Скорее всего, да. Потому что хотим готовиться еще, желательно отключить еще кое-кто, еще поменять. Просто остались еще как бы проблемные места. С подстанции Гагра-3 и до подстанции Гагра-1 меняются высоковольтные линии. На сегодняшний день уже поменяли до 5 километров электропроводов. По словам специалистов, высоковольтные линии не менялись с 1957 года. Так как потребление электроэнергии увеличивается, старые провода не выдерживают нагрузку, особенно в летний период времени. В связи с этим в городе наблюдается частое отключение света. Подобные ремонтно-восстановительные работы будут проведены и в Бзыбском направлении.